Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в 12 километрах от Ужгорода в Невицком замке. Этот замок был построен в 13 веке на вершине холма над долиной реки Уж. Замок много раз был разрушен и затем постоянно перестраивался и окончательные свои очертания приобрел в начале 16 века. В результате междоусобных войн замок неоднократно переходил из рук в руки. В 1644 году замок захватил и разрушил трансильванский воевода Дьордь Ракоци. С тех пор замок не восстанавливался и дошел до наших времен в виде руин. Сейчас наконец-то ведется его реконструкция. Невицкий замок – это очень необычное место, которое стоит посетить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.